сейчас 13 тысяч жителей. И есть еще близ Великого Новгорода город Русса. Вот мне кажется, это все-таки географические названия. Русса, старая Русса, какая-то близкая, мне мечтание, близкий по происхождению. Руса, Русса. Русь. Вот Никольская, я помню, что Школьная, слева школа. Красивые здесь, простые, красивые. Дети на лыжах. Надо же, здорово. С лыжами. Дети с лыжами, правильно. Снега-то здорово. Нет. Здорово. Нашли, там нет, есть лыжня у них, да. И они в феврале с лыжами. Замечательно. Река Вейна. А, это как раз та река и тот мост, где мы любим останавливаться. Здесь немножко изменилось. Вот слева калина, единственный куст калины, который нам встретился. Ой, а рыбаков-то, а рыбаков. Да, река Вейна. Нас будут штрафовать за что? Почти год назад. Руза, езжаем в Руза.
сейчас на смотровую площадку. Вот проблема здесь. Нет, ну как на смотровую площадку? Можно искать парковочку.
дом продается не то. Вот там, наверное, вот эта машина. Поверните налево. Да. О, как интересно. А так назад. Вот тут. Кирпича не было там. Вот он, старинный городок. Через 70 метров поверните направо. Бароночка. Улица Бородянская. Смотри, какие домики здесь. Печка, хочешь в таком домике? Поверните направо. Почему? Гадит плохо. Вот, слушай, ну я удивительный человек. Я уже хочу жить в таком домике. Так, хватит. Нет, мы поехали. И какой старенький дом. Так, надо поезжать где-то. На улице Городянская, 16. По собственной воле. У нас короткий куда-то там. Вон она, Красноармейская.